Чоловік повинен мати вирішальне слово в сім'ї, а жінка має бути гарною господиною і догоджати чоловіку. Таких поглядів про стосунки в родині дотримуються понад 60% українських чоловіків. Про це свідчать дані опитування «Сучасне розуміння маскулінності», яке було проведено ще в 2018 році Інститутом демографії та соціальних досліджень спільно з Мінсоцполітики та українським представництвом Фонду народонаселення Організації Об'єднаних Націй. Які ж стереотипи щодо того, якою має бути роль жінки в сім'ї у самих українських жінок і чоловіків? Про це сьогодні ми говоримо в програмі «Поради психолога» з практикуючим медичним психологом Оксаною Клочко-Макаренко. Оксано, я вас вітаю. Що говорить наука психологія про цей чоловічий погляд на нашу жіночу роль? Ну, я вам хочу сказати, що це на самом деле не тільки мужской взгляд. Вот это такой стереотип о том, что на женщине держится весь дом, и погода в доме тоже зависит исключительно от женщины, и что женщина должна по списку. Ну, на самом деле у нас есть приблизительно такой же список и о мужчинах, но если в данной ситуации говорить именно о женской роли, то действительно как бы навешивается очень много. И справляться с этим часто бывает очень сложно или даже невозможно. Но, тем не менее, многие женщины очень сильно пытаются, потому что есть такой комплекс идеальной девочки, вот хорошей девочки, которая нам должна прививают выбивать... с детства. Да, нам прививают с детства, особенно если мы говорим о девочках, которые выросли в семьях, где была сильная мама, которая всех держала под контролем. И, то есть, ну, вот это вот такой стереотипная эта модель, да, такая модель поведения, она прививается и берется как основная по причине того, что именно мама являлась более сильным человеком в семье. Да? Мы всегда стремимся стать более сильными, то есть принять модель того родителя, того значимого взрослого, который был более сильным. Ну и, соответственно, мы получаем ситуацию, когда, с одной стороны, то есть это высокий уровень тревоги, что-либо отпустить, потому что без меня все развалится. Можно говорить о том, что, знаете, такой своего рода тоже комплекс всемогущества, что ну, вот они без меня не смогут, и если я там 10 раз все не проконтролирую, если там они не сделают так, как я хочу, то обязательно случится какая-нибудь там оказия. Вот, второй момент – это то, что мы просто боимся утратить контроль, потому что если вдруг, не дай бог, окажется, что они без меня могут, то значит во мне тогда нет никакого смысла, а мне очень важно вот подкреплять собственную значимость через то, что я ну, вот такая вот хорошая. Коня на скаку остановит, горящая изба войдет. Да, все стару, как мир. Кони все бегут, избы, да, горят. Избы горят. Вот. Но у этого всего как бы есть обратная сторона медали, естественно. Это стресс, наверное, постоянно. Это постоянное, да, состояние стресса, потому что человеку очень тяжело контролировать и держать все как бы в поле своего зрения. Особенно если мы говорим про других людей, то есть если мы говорим дети, мужья, коллеги по работе, там, ну, то есть вот этот гиперконтроль, он, как правило, распространяется так повсеместно, да, вот засеивает всю жизнь. Естественно, это очень изматывает. Естественно, в итоге это порождает огромное чувство вины, когда что-то не получается. То есть если в моей семье что-то не так, то значит в этом виновата я. Вот. Конечно же, это вызывает часто сопротивление у людей, которые ну, находятся рядом с этим человеком. Причем сам человек может не понимать, почему, он же как бы во благо действует. Знаете, вот есть такой способ психологического насилия, это когда мы оказываем помощь другому человеку, считая, что так для него будет лучше, хотя он об этом не просил. Ну вот здесь вот где-то такая ситуация, да, то есть... Платой за то, что я для тебя все делаю, является то, что ты соглашаешься отказаться от своей свободы в некотором смысле, соглашаешься на то, что я тебя постоянно контролирую, за то, что у тебя нет там своего мнения, нет своих желаний и прочее. То есть ты полностью выполняешь как бы, то, что делаю, то, что я хочу. Да? Вот. Это истощает. С одной стороны, как бы часто система, в которой женщина находится, это устраивает, потому что когда она на себя очень много всего берет, то остальные могут действительно принять и согласиться, и серия, ну, ты тянешь, тебе нормально? Ну, хорошо, продолжай это делать дальше, мы не против. Вот. А с другой стороны, в какой-то момент, то есть от работы кони дохнут, можно просто вот и упасть, или устать это делать, да, вот перестать вот, хотеть быть этой хорошей девочкой. То есть постоянная вот эта вот попытка загнать себя в какие-то стандарты, в
какие-то навязанные, да, стереотипы, она приводит к тому, что мы, во-первых, перестаем слышать себя, мы перестаем понимать вообще, чего мы на самом деле хотим, вот, и мы как бы обрекаем себя на вот эту вот такую бег по кругу, да, вот такой изо дня в день, когда твоей жизни, по сути, нет, а ты живешь жизнями других людей. Психологи говорять про те, що роль жінки, да, от дійсно там її психологічний настрій, її психологічне благополуччя – це от основа і щасливої дитини в подружжі, і щасливий чоловік. Нужно вообще садиться и разговаривать. То есть, если есть ситуация, когда ты понимаешь, что ты уже просто дальше не тянешь. Даже если, ну, понятное дело, система, она сложилась изначально, то есть вы ее создали сами. Мы сейчас находимся, ну, живем не в то время, когда нас заставляют выходить замуж, да, вот, и создавать какие-то там союзы. То есть мы сами их создаем. То есть если система сложилась таким образом, то есть в какой-то момент тебе это было выгодно, но ситуация могла измениться, и человек меняется, и когда-то это было нормально, это все тянуть, а сейчас, допустим, уже не получается. И тут стоит вопрос о том, чтобы вообще грамотно понять пределы собственных возможностей. А действительно ли ты на это все влияешь? Потому что, ну, вот сейчас у нас там есть масса курсов на предмет того, что там женщина должна прокачать там в себе богиню, одеть там юбки, там совершить какие-то ритуалы, и после этого муж, который до этого там 10 лет лежал на диване и двигаться не хотел вообще, вот она его должна этим вдохновить, он встанет и пойдет зарабатывать деньги. Ну, то есть нужно себе задать вопрос, а на самом деле то, что я делаю, или то, в чем я убеждена, как-то влияет на других людей. Могу ли я на них повлиять таким образом? Действительно ли это моя зона ответственности? Потому что очень часто мы действительно нагружаем себя, вот опять-таки через это чувство вины, да, убежденностью в том, что я на что-то влияю, а по факту на самом деле нет. То есть, да, конечно, мы очень сильно влияем на свою жизнь. Есть много вещей, которые зависят от нас, но есть также много вещей, которые от нас не зависят. И считать, что вообще все в твоей жизни – это результат твоих действий или бездействий – это такой детский немножко нарциссизм, когда ребенок убежден, что вот вокруг него крутится весь мир. То, что мы можем контролировать – это наша способность адаптироваться к изменяющимся условиям, которые от нас на самом деле не зависят. И когда мы говорим о структуре семьи, о системе, то нужно учитывать то, что есть желания еще и других людей. И они точно так же, как субъекты, влияют на этот объект, который, ну, которым являются отношения. Поэтому садимся и разговариваем в доброжелательной абсолютно форме, без претензий и обвинений. Мы говорим о том, что, ну, ребят, у нас есть проблема. И причем она имеет место быть как общая проблема, и нам нужно ее решать вместе. Потому что вот, да, я раньше, допустим, вот что-то делала, а сейчас уже не могу, или не хочу, или, ну, там есть какие-то еще причины. Вот давайте вместе с вами обговорим, как мы эту проблему будем решать. Если мы говорили в минулих передачах про то, что сейчас взагалі меняется роль, и молодые люди сейчас по-иншему дивляться на семью. Да, действительно, в наше время, если мы говорим о каких-то бытовых проблемах, эти вопросы можно решать не путем перекладывания своих обязательств на кого-то другого в этой системе, да, а можно просто привлекать людей со стороны. То есть можно, да, действительно ходить питаться в рестораны, можно привлекать людей, которые будут приходить и убирать у тебя дома. То есть, ну, есть масса замещающих таких возможностей, которые очень облегчают жизнь и снимают вообще массу вопросов и массу проблем. Вопрос заключается в том, как мы выстраиваем отношения с другими людьми, ну, в частности, с партнером, на чем это строится. То есть если мы пытаемся опять-таки соответствовать чьим-то ожиданиям и вложить наши отношения в какую-то форму, которую нам кто-то навязал, то мы можем столкнуться с ситуацией, абсолютно бытовой, их масса, из серии там, вот у женщины есть, допустим, ожидание, что нужно с мужем спать в одной кровати вот каждый вечер, вот только так. А муж говорит, что он хочет спать в соседней комнате, потому что он вместе не высыпается. Или там он храпит, например, и она не высыпается, да? А вот есть вот эта вот установка, что вот нужно вот так, и никак вообще ты это не переступишь. Вот. На самом деле, вот эти поведенческие моменты, или там вопросы там совместных денег, раздельных денег, там, или еще чего-то, это все такие навязанные убеждения, и есть
Абсолютно счастливые семьи, которые, в которых пара спит в одной кровати. И есть такие же счастливые семьи, в которых пары спят изначально в разных комнатах. Вот. Есть абсолютно несчастные семьи, у которых общий бюджет или раздельный бюджет. То есть это не от того зависит на самом деле. Есть понятие потребности. Вот эти потребности, они удовлетворяются вообще в этих отношениях или нет? И тут нужно понимать вообще, а чего ты на самом деле хочешь в первую очередь? И насколько ты готов слушать и слышать другого человека и за какими-то вот этими сиюминутными поступками, за его стремлениями понимать, а что человеку на самом деле нужно? И быть готовым идти на какие-то компромиссы, да, договариваться для того, чтобы комфортно было всем. Вот как мы говорили в передаче, да, про детей, что эта ситуация должна быть комфортна для всех участников процесса. То есть там интересы детей не менее важны, чем интересы родителей, наоборот, и здесь. То есть интересы мужа или жены не менее важны, чем интересы его партнера. И тут больше имеет значение, на самом деле, насколько мы все честны друг перед другом, то есть мы заходим именно с тем посылом, который держим в голове, и не морочим голову друг другу, заходим в отношения, да? Насколько мы открыты, насколько мы готовы действительно говорить о своих настоящих чувствах, потому что очень часто мы боимся признаваться в своих потребностях. Обвинять кого-то другого, требовать от кого-то чего-то. Это проще. Ты в безопасности находишься, ты в состоянии нападающего. Признать свою потребность – это открыться другому человеку, это про близость уже, это вот про тот избегающий тип, про который мы говорили, да, то есть допустить этого человека к себе, потому что ты можешь прийти к человеку, открыть ему душу, а он может сказать, ну, допустим, а мне это неинтересно, да, или, ну, это твои проблемы, вот. И мы боимся этого очень много. И вот пойти на эту близость, да, вот положить это сердце перед ним и согласиться, ну, скажем, побыть в этом страхе и рискнуть, да, таким образом, пойдя на отношения с человеком, вот, а не сидеть, вот, знаете, на краешке стула в любой момент, будучи готовым там вскочить и побежать, обесценить и сказать, да ну ладно, господи, не очень-то и хотелось, опять-таки придет следующий автобус. То есть вот согласиться на эту близость и принять другого человека, это вот как раз, наверное, про смелость. И это про то внимание, которое мы готовы уделять человеку, это уже про какой-то, знаете, эгоизм и нарциссизм, то есть, что не только мои желания, не только мои потребности важны в этой ситуации, что у другого человека это тоже есть, он имеет на это право. И, в принципе, там, отпустить в некотором смысле ситуацию, да, и позволить человеку другому жить так, как ему хочется в каких-то моментах, да, и опять-таки не контролировать, возвращаясь к началу, да, вот, то есть не вникать в это все, не выставлять эти рамки, не шантажировать, не пытаться манипулировать, да, не пытаться прогнуть под себя, то есть уважительно относиться к потребностям и интересам другого человека. И это про теплоту какую-то и участие, то есть готовы ли мы это все отдавать, потому что очень часто люди, ну, выступают в отношениях в роли потребителя. Мы когда спрашиваем у человека, зачем тебе нужен другой человек, ну, вот одинокий, да, приходит на консультацию, зачем тебе нужен партнер? И люди начинают рассказывать, ну, для того, чтобы по списку. Угу. Вот. И там в большинстве случаев как раз про то, что я хочу получать, а не про то, что я готов давать. Я хочу давать и готов давать. Ну, от, я думаю, що будь-яка пара молодят, яка стоїть і слухає марш Мендельсона, кожен думає все. Це людина єдина на все життя. Але потім от настається рутина, побут, проблеми. Чи часто ходять до психологів? Чи вже розуміють люди, що треба фахова якась така порада, яка могла людей вивести з цієї патової ситуації і дійсно от показати якийсь такий шлях для того, щоб зберегти сім'ю, щоб створити там гармонійні стосунки? Ходят у нас к психологам, часто все-таки, да, все-таки ходят не семьями,
Хотя вот у нас работают системные семейные психотерапевты, которые именно работают с целой системой семьи. Да, и чему от семьи не ходят? Вот есть у нас такая проблема, когда один человек, именно тот, которого не устраивает и который хочет что-то изменить, да, он идет к психологу для того, чтобы как бы получить какую-то консультацию, в то время как остальную систему все устраивает. Вот, и они говорят, ну это твоя проблема, нас-то все устраивает, ну все, оставайся там. То есть ты себя поменяй, так, чтобы быть для нас еще более удобным. Ну, то есть твоя беда. У нас все хорошо, у нас нет проблем. Вот. Сложность заключается как раз именно в этом, что получается вроде как лодка одна, но каждый гребет в свою сторону. Если проблема есть хотя бы у одного члена семьи, то значит это проблема всей семьи. То есть никто не говорит о том, что вы должны эту проблему решать за этого человека. Ни в коем случае. Но мы должны участвовать в обсуждении этой ситуации. Как минимум должен быть задан вопрос о том, а чем я могу тебе помочь для того, чтобы тебе стало легче. Вот мы говорили в первой передаче о том, что там женщины часто создают коалицию с мамами, с сестрами, с подружками, начинают все вместе коллективно дружить против мужа. Вот, и у нас получается такая вертикальная коалиция, а не горизонтальная. То есть не с мужем мы договариваемся, решаем проблемы, а начинаем, значит, навешивать общественное мнение и приносить его в свой дом. Есть такая беда, потому что, ну, со стороны, ну, естественно, все знают лучше, как вам жить. Вот. И начинается вообще вот эта каша, и опять-таки попытка соответствовать чьим-то там ожиданиям и чьей-то другой модели, которая, ну, для вас, за вашей закрытой дверью, извините, под вашим одеялом, ну, вообще может, ну, никак не срабатывать и не приносить вам больше вреда, чем пользы. Да, мы все приходим, опять-таки, с этой какой-то моделью, которая у нас есть уже за плечами. Родительская модель, опыт приобретенный, который мы видели на других людях, свой личный опыт отношений, каких-то травматических. Это все понятно, но вопрос, а готовы ли вы дальше сохранять эти отношения, да, и как-то передоговариваться, да, вот каждый раз, когда спотыкаемся очередную какую-то чью-то болючку. Я далека от иллюзий касаемо того, что у нас есть где-то один единственный человек, который нам принадлежит. На самом деле людей, которые нам подойдут, с которыми мы можем выстроить отношения, в мире достаточно много. То есть для каждого человека много вариантов тех, с кем можно построить отношения. И вопрос заключается только в собственной готовности или неготовности эти отношения выстраивать. Хочешь ли ты этой близости и этого тепла, этого проникновения, которое получается только тогда, когда ты именно идешь на вот этот плотный контакт, когда ты говоришь о том, что я тебя выбираю, и да, ты человек не такой, как все остальные, и что, возможно, я соглашаюсь на какую-то уязвимость и открытость, и я хочу сохранять эти отношения, потому что они для меня дороги. Потому что вот этого вот ощущения тыла, спокойствия и безопасности мы никогда не получим, если мы будем прыгать, ну, вот из одного автобуса в другой, просто отказываться и искать, а где там на другом лугу там трава зеленее. Там тоже будут какие-то проблемы, и там тоже нужно будет какие-то вопросы решать. Поэтому все, ну, как бы все у нас в голове, и все в нашей готовности вообще идти на какие-то жертвы, на какие-то компромиссы, и в то же время получать большие бонусы за это. Дякую. Працюємо над стосунками в родині далі. Тому до наступної зустрічі в студії телеканалу АТВ.